Сирушу и Сайбо, have you ever heard somebody? Давайте обсудим примеру клипа и поставим свою оценку от 1 до 10, топ это или флоп. Погнали! Всем привет, кто еще со мной не знаком, меня зовут Богдан, это Беспала Мьюзик. Обязательно подпишись на мой канал, стань частью моей интернет-семьи, будем вместе покорять музыкальное пространство Ютуба, ведь Беспала Мьюзик это 24/7 о музыке. Сегодня мы разбираем интересную коллаборацию армянской певицы Сирушу и Себу. Я понятия не имею, чего ожидать от Сирушу, потому что к Сирушу у меня очень спорные ощущения и эмоции всегда. С одной стороны, она очень талантлива, очень харизматична, у нее клевый тембр голоса. Мне безумно была понравилась песня «Вояман» в свое время. А с другой стороны, она стала пресная, одинаковая и неинтересная, особенно после конкурса Евровидения, где она была настоящей зажигалочкой. Потом как-то она погасла, и ее звездочка не так ярко сияет. Ребят, я напоминаю, что буду смотреть только урывки клипов, потому что иначе я нарушаю авторское право, соответственно, как бы мне неохота получить страйки или заблокированное видео, поэтому извините, реакция будет построена только на некоторых кусочков из клипа, а в остальном, как обычно, вместе сообразим свою оценку и определим это топ или флоп. Погнали! Мне вступление уже нравится. И простота не картинки, а интерьера. Я аж задумался. Вы знаете, мне вступление очень нравится, это действительно красиво, нежно и на некотором надрыве ты чувствуешь эту эмоцию. Себу прекрасно владеет своим голосом, у него потрясающий тембр, он сейчас спокоен, но наверняка будет распеваться и будет своим голосом предлагать сюжетное развитие композиции и свою драматургию. Я очень заинтригован, давайте посмотрим. Вот и ступила Сирушу. Черт, песня-то классная. Вау. Действительно эмоционально. Обалдеть. Не ожидал я такого дуэта, если честно. Ну, конечно, катание на качельке мне не очень понравилось, потому что выглядело как-то по-детски и наигранно. Чуть-чуть не нравится цветокоррекция этих кадров, а в остальном... Блин, респект, ребята, для меня это неожиданный прорыв, реально, реально Сирушу здесь хороша и Себу, но сейчас мы послушаем партию Сирушу, как она исполнила, как она прочувствовала эту композицию. Бомба. Умничка, ей подходит такой стиль песен. Замечательный английский. Очень хорошая органика Сирушу в этом клипе. Я действительно верю этим переживаниям, которые вижу в клипе. Неожиданно. Бомба. Еще очень круто, что не заморачивались над этим клипом в хорошем смысле этого слова. Я имею в виду, нету пафоса, нету этих красивых обнаженных тел. Это ни к чему. Сейчас люди перенасытились пафосом. Все хотят простоты, все хотят жизни и видеть ту реальность, к которой мы сталкиваемся каждый день. И вот здесь Сирушу и Себу абсолютно попали в точку. Кстати говоря, исполнители между собой очень хорошо взаимодействуют. Нету какой-то искусственной эмоции, наигранности, знаете, как это часто бывает в течение всего видео.
И запела моя душа, наконец-то от Сируши слышу, вижу годноту, поэтому не задумываясь ставлю 10 из 10. Меня впечатлила эта работа и клип, и композиция. Здесь не к чему придраться, умнички. Я отдельно хочу выделить и похвалить Сирушу. Было до этого несколько премьер клипов в течение 2019-го, и все было как-то мимо кассы. Не заходило так глобально, как заходят песни Рамы МП3, как заходит и в этом Укучан. А здесь Сируша попала в точку, потрясающая работа, очень зацепила, очень трогательная песня. Здорово, что чистый английский, не было какого-то ядреного акцента, после которого становится стыдно и не хочется больше слушать. Реально, все было качественно и на высоте. Но для меня очень важна ваша оценка, поэтому обязательно в комментариях оцените премьеру от Сирушу и Себу от 1 до 10 и поделитесь своими впечатлениями, что вам понравилось, что не понравилось и чего вы ждете от Сирушу в дальнейшем в этом творческом году. Ребята, на сегодня все, с вами был Беспалов Мьюзик. Я переехал недавно со своей любимой квартирки арендованной и теперь живу в огромном доме в пригороде, где очень много людей, и как я буду справляться снимать влоги, я не знаю, но главное, что я выстроил камеру, выстроил свет, и для вас я обязательно буду снимать как больше можно премьер. А вы на моем канале следите обязательно за опросами и за постами, оставляйте комментарии, на каких артистов и на какие клипы вы хотели бы видеть мои реакции. Ребят, спасибо большое, что со мной, я не прощаюсь, желаю всем отличного настроения и до скорых встреч, где, конечно, на моем канале Беспалов Мьюзик. Па-па!